Всем привет! Коротко и наглядно о погоде в Анапе 23 сентября 2017. Сегодня особенный день. Сегодняшний день нам говорит, что все, лето закончилось. И началась осень. Итак, сегодня пасмурно, по прогнозу дождь, пока что дождя нет, но срывается время от времени, и даже на горизонте слышен гром. 22,5 градуса температура воздуха. И вот такая температура воды в море сегодня, около 24 градусов. Конечно же, еще будут теплые, солнечные и даже пляжные дни, но такие по-летнему жаркие, какие подарил нам сентябрь до сегодняшнего дня, уже вряд ли случатся. На горизонте слышна гроза, был даже всполох молнии, будет дождик. По прогнозу на завтра и послезавтра ожидаются солнечные дни с температурой до плюс 25. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрите на нашем канале Анапа Курорт Инфо репортажи с пляжей. Оценивайте погоду, состояние моря. С вами была Наташа. Пока!